Ребята, всем привет! Добро пожаловать на канал YouGamer. Сегодня мы распаковываем бумажные сюрпризы. И наша новиночка сегодня – пончики. Это предложила моя подписчица, и у нее сегодня день рождения. Комментарий ее видите вы на экране. Я сделала небольшую коллекцию с пончиками. Мы возьмем сегодня целых 3 конвертика. И пойдем дальше. Моя подписчица – это Аня, которая играет в морской бой. Мы возьмем сегодня 3 конвертика. Дальше мы берем... Нет, давайте с маленьких сначала. BT21 осталось 2 конвертика. Мы их сегодня забираем оба. От канала «Люблю рисовать» остался 1 конвертик. Мы его возьмем. Шопкинсы – 2 конвертика. И теперь по большим. Майнкрафт. Новый год. Единорожки. Холодное сердце. Осталось 4 конвертика, а нам нужно собрать всего лишь 2 наклеечки. Я хочу взять вот этот конвертик. Шарлотта земляничка, Катеруль, тоже совсем немножко осталось, 3 конвертика. Так, Гравити Фолз возьмем 1. Амнячика. Пеппу. Веселые прилипалы. Совсем забыла про маленький фастфудик. У нас 4 конвертика. Я хотела собирать их парами, но там, по-моему, уже не осталось вариантов собирать парами. Но мы все равно возьмем 2 конвертика и закончим эту коллекцию завтра. Возьмем мини-ленту. 2 конвертика. И 2 киндер-сюрприза. Хочу сегодня большую распаковочку. А я пошла за каталогом. Каталог уже на столе, и сегодня я хочу пролистать все странички, посмотреть, какие коллекции у нас уже собраны. Это коллекция РЖД, вот с такими вот поездами, которые едут в разные стороны, с животными и с детишками. Коллекция «Морской бой», первый выпуск. У нас здесь сражались обычные пираты, и победила команда оранжевых. Коллекция мини-лента. Эту коллекцию мы еще собираем. Сегодня мы взяли 2 конвертика. И в первом нам попадается Активия. И она без номера. А, но я же здесь писала номера. Номер 9. Я уже все забыла и все перепутала. Положим ее здесь и посмотрим второй конвертик. Во втором конвертике под номером 7 нам попадается Сникерс. И это повторочка. Полежит рядом с каталогом. И в конце мы ее уберем в конверт для поправок. Нашу Активию я приклеила. Идем дальше. Коллекция сок. Мы ее уже собрали. У нас здесь 20 сортов сока. Вот в таком холодильничке. Теперь коллекция киндер-сюрприз. Мы взяли 2 киндера. Открываем первый. Смотрим, что же нам попалось. Это какая-то из принцессочек. И это Мулан. Такой у нас еще нет. Вот здесь ее место. Давайте ее приклеим. И посмотрим, что же нас ждет во втором киндере. Аккуратно, чтобы ничего не порезать. И достаем сюрпризик. И судя по форме, это наша 4-я принцесса. Да, это же русалочка Ариэль. Вот на этом месте. Коллекция с принцессами стремительно догнала бегемотиков и обогнала. Принцесскам осталось найти 1 сюрпризик, а у бегемотиков 2 сюрприза. Миньончики же у нас уже собраны. А мы двигаемся дальше. Это коллекция Стражи Арктики. Этот мультик уже вышел на показ.
Интересно, кто из вас его посмотрел? Напишите мне об этом в комментариях. Мы идем дальше в коллекцию «Веселые прилипалы». Здесь у нас собран один ряд. В этом ряду остался один сюрпризик и в этом ряду один сюрприз. А здесь целых три сюрпризика. Интересно, какой ряд соберется вторым? Открываем конвертик. И мы получаем приключашку. А приключашка у нас уже должен быть. Вот он здесь. Вот. Я его и не заметила. Сидит себе в уголочке и смеется надо мной. Давайте полежит приключашка у нас рядом с каталогом. В конце видео уберем конвертик для повторочек. Ну а мы двигаемся вперед. Коллекцию Ам-нямы. Мы взяли один конвертик. Открываем. И что же нам попадется? Получается какая-то длинная открыточка. Наклеечка. Под номером 13. Вот здесь. И здесь у нас два ам-нямчика влюбленных. Этот так смущается, что эта девочка его целует. Ах ты, милашки. Конвертик всего один, а наклеечки, можно сказать, две. Потому что здесь два ам-нямчика. Вот такая красота. А мы идем дальше. Коллекция «Коты рулят». У нас осталось собрать две наклеечки. И мы взяли один конвертик. Интересно, что же нам сегодня попадется? Ага, нам попадается вот такой вот Том из мультика «Том и Джерри» под номером 12. Вот здесь. Нам осталось собрать всего лишь одну наклеечку. Вот такая красота. Следующая коллекция – коллекция Шопкинса. Мы брали два конвертика, давайте их найдем. Раз и два. Открываем первый конвертик. Что-то голубенькое. Давайте поищем, где у нас такие есть наклеечки. Так, это не здесь. Похоже на молочные продукты. Посмотрим, что нам попалось. Это вот такой, наверное, сыр. Почему-то он весь синий. Может быть, это сыр с плесенью или просто такой голубой сыр. Очень интересно. Он под номером 73. Ну, а мы берем второй конвертик и смотрим, что же нам здесь попадется. Так, а здесь что-то розовенькое. Наверное, это вот эта категория. Сейчас посмотрим. Номер 52. Нет, это не отсюда. Это чуть-чуть раньше. Категории сладостей. 52. Это вот здесь. И это вот такой вот лолипоп. Наподобие чупа-чупсика. Прикрепляем. И идем дальше. Следующая коллекция. Холодное сердце. Нам осталось всего лишь две наклеечки. Так, вот конвертик. Открываем и смотрим, что же там у нас. Угу, я уже вижу. Это Кристоф. Вот такая вот наклеечка. Под номером 11 в нашем каталоге. И нам осталось найти всего лишь одну наклеечку. Пишите в комментариях, кто же здесь будет. Вот так. Следующая коллекция. Коллекция от моей сестры Тани. Сегодня у нас один последний конвертик. А это значит, что завтра я вам покажу уже оформленную страничку с названием этой коллекции. Ну а посмотреть, как она делает наклеечки, конвертики и полностью все сюрпризики, вы можете на ее канале. Ссылочка будет в описании. Ну а нам попадается вот такой вот котейка, беленький, с розовыми ушками и щечками. Этот котейка будет у нас жить вот здесь. И ждите завтрашнего видео, я покажу, как оформлю эту страничку. Ну а мы идем дальше в коллекцию «Шарлотта земляничка». Как раз сверху лежит конвертик. Мы его открываем и смотрим, что же там внутри. И нам попадается вот такая девочка с лимонадом в руках. И кажется, ее зовут Лимончик, потому что у нее и сумочка лимонная.
и везде у нее лимончики. В нашей коллекции она под номером 6. Давайте же скорее ее поместим на место. Вот так. А сами движемся вперед в коллекцию единорожки. И снова конвертик сверху. Хотя я их специально не раскладывала по порядку, я их разложила сегодня только по размерам. Здесь большая наклеечка с такой радужкой, такого я еще не вижу в своей коллекции. Ой, это ж попа. Вот такой вот милый пухляш единорожка, который думает о любви. Или это шарик с сердечком, как вы считаете? В нашей коллекции он под номером 6. Вот здесь. Размещаем единорожку на его место. И идем в следующую коллекцию. Коллекция Спанч Боб. А мы что, не взяли сегодня их конвертиков? Сейчас это исправим. У Спанч Боба остался всего лишь один конвертик, и он спрятался под конвертиками с единорожками. Я его даже не заметила. Как бы я его пропустила? Никак. Надо скорее открывать, это же последняя наклеечка в этой коллекции. А вы уже догадались, кто здесь? Это же улитка Гэри. Домашнее животное у Спанч Боба. Конечно же, он под номером 10, под оставшимся номером. Приклеиваем его на место. А сами переходим к следующей коллекции. Коллекция Gravity Falls. И сегодня я снова помню, что у меня здесь есть уголочек. И нам попадается вот такой вот дяденька или тетенька с кружкой в руках. Он под номером 4. Дальше коллекция BT21. И сегодня это еще одна коллекция, которую мы закончим. Два конвертика. Первый открываем. И здесь нам попадается вот такая вот игрушечка. Под номером 16. Но это я уже поняла, потому что здесь вот такой же персонаж. И в этом конвертике должен быть кто-то под номером 8. Это должна быть овечка. Давайте же на нее посмотрим. Вот такая она милашка с красненьким платочком на шее. Бетишечки уже на месте. Но мы идем дальше в коллекцию Новый год. И сегодня у нас попадается наклеечка с Дедом Морозом под номером 7. Основные сюрпризики мы уже собрали. Это Дедушка Мороз, елочка и Снегурочка. Остальные дополнительные. Нет, здесь еще тоже две важные наклеечки. И вот это, и вот это, и вот это. В общем, все они очень важные, но эти основные. А следующая коллекция – Майнкрафт. Открываем конвертик. И получаем наклеечку с паучком. Под номером 11. Следующая коллекция фастфуд. Нам осталось 1, 2, 3, 4 наклеечки. Мы взяли 2 конвертика, а значит завтра эта коллекция закончится. Так, я уже вижу листик салата и что-то коричневое. Я не знаю, как эта штука называется, но наверняка она очень вкусная. Под номером 11, вот здесь. А во втором конвертике ну покажи, что же там. И это картошечка фри, я уже вижу. Смотрите, какая милашная. Она под номером 1, самая первая в нашей коллекции. Вот такая красота и вкуснота. С
Следующая коллекция — свинка Пеппа. Открываем конвертик. Не вижу сюрпризик. Так, здесь его точно нет. Отрежем и разорвем, чтобы увидеть его. Нету. Нету. Так, вижу уголочек. Номер 28. И такая малюсенькая наклеечка. Что же это может быть? Это же динозавр. У маленького Джорджа. Ну а теперь переходим к нашей имениннице. Как оказалось, у нее любимый цвет оранжевый, и ей повезло, у нее оранжевые кораблики, и у нее оранжевые выстрелы. Мы взяли 2 конвертика. Нет, мы взяли 3 конвертика. Красота! Первый конвертик стреляет. Не поняла. Обалдеть! У меня было пару таких конвертиков с сюрпризом, когда стреляет только один игрок. И сегодня нам попался конверт, где стреляет Анин противник. Он делает выстрел на В3 и подбивает трехпалубный корабль. И стреляет D1, но промахивается. Давайте поскорее откроем следующие конвертики. Здесь у нас попадается... Наверное, обычные выстрелы. Сейчас посмотрим. Зеленый и... Да, оранжевый. Аня стреляет В4. Давайте посмотрим. Она промахнулась. А зеленая команда стреляет А5. И тоже промахивается. Что же нас ждет в третьем конвертике? Выстрелы вот здесь. Патрончик, еще один. Посмотрим, ничего тут не завалялось. Потому что у меня бывают разные сюрпризики. Может быть, было бы больше выстрелов. Давайте посмотрим. Аня стреляет. D1. D1. И снова промах. А зеленая команда стреляет. B1. И они снова попадают и подбивают двухпалубный корабль. Ну ничего, Аня, не расстраивайся, все будет хорошо, и у тебя будут такие конвертики, когда будешь стрелять только ты против зеленой команды. Тем более для тебя у меня есть подарочек. Я уже узнала, что твой любимый цвет оранжевый, поэтому в оформлении странички я с выбором цвета не сомневалась. Открываем 3 конвертика. Первым нам попадается вот такой вот пончик, скорее всего, зайка, под номером 4, вот здесь. Во втором конвертике, под номером 2, вот такой слоник-пончик. Ну а третий пончик, под номером 6, вот такой медвежонок. Мы собрали полностью вторую колонку для этой коллекции. Еще раз поздравляю тебя, Анечка, с днем рождения. А мы переходим в начало каталога, чтобы брать наши повторочки. Сникерс из мини-ленты. Сникерс супер. И такого вот приключашку из коллекции веселые прилипалы. Ну а на этом все. Спасибо вам, ребята, большое за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх. Подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Видео выходит с понедельника по пятницу в 15 часов по московскому времени. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока.